Переменчивая зимняя погода не мешает мостостроителям работать на левобережной развязке президентского моста. Так, на объекте забетонировали одно из пролетных строений железобетонного путепровода. Уложили больше 500 кубов бетона. В феврале планируем забетонировать второй пролет. Это порядка 480 метров кубических бетона уложить. И задача в марте, значит, открыть движение под забетонированными путепроводами. Ну, а уже в последующие месяцы выполнять работы по обустройству, укладке асфальта, проводке освещения, ливневой канализации, обустройству всей дороги. В этом году дорожникам предстоит построить автомобильную дорогу почти в 3 километра, которая свяжет путепроводы с кольцевой развязкой на пересечении улиц Оренбургской и Врача Михайлова. Также в планах устройство тротуаров, велосипедных дорожек, установка уличного освещения и автомобильной стоянки около парка 40-летия ВЛКСМ. Новый путь значительно разгрузит Димитровградское шоссе и полноценно включит президентский мост в городскую сеть. Путь с одного берега на другой сократится на 7 километров. Анна Тищенко, новости Ол Правда ТВ.